Здрасте, всем, друзья, приветуленьки. У нас тут рассвет продолжается. И с того же самого места мы продолжаем. У нас идет посыпка извести. Вот восьмое поле у нас единственное есть. И ездит вот такой вот трактор, который все это делал. Он сейчас поехал пополнять известь. Вот бздынь. С женщиной за рулем. Я думаю, в течение получаса он это все дело закончит. Может быть, чуть больше времени, конечно, уйдет на это. Но это поле, друзья, нужно еще вспахать. Требуется вспашка. Хотя, знаете, вот у меня есть что-то какое-то желание не ждать все это время. Точнее, пожертвовать немножко процентами первого урожая, потому что поле-то закультивировано, можно как бы и так, и мы, наверное, так и сделаем. Друзья, мы сейчас начнем посевную и пойдем зарабатывать себе денежки на первый комбайн. Сначала, правда, будем их кучу тратить, этих самых денежков. Так что да, давайте начнем сеять. Но, друзья, прежде чем сеять это все дело, нам надо сначала поставить две штуки себе на базу классных таких. И, видимо, прописать к ним еще и автодрайвик надо будет. Насколько я понял, здесь нигде не покупаются удобрения и семена. Только в магазине в поддонах по старинке. Но я такое не люблю. Известь у нас вон есть где взять около магазина, так что можно это автоматизировать. Хотя вроде как оно даже тоже через жопу работает на самом деле все. А вот семена и удобрения надо поставить. Есть, друзья, вот такие вот замечательные пополнялки. Вроде как семена здесь чуть дороже, чем если их в магазине покупать, но время деньги. Поэтому вот эту штуку надо куда-то сюда вот впихнуть. Я вот даже не знаю куда. Давайте вот ее вот, например, вот сюда вот впихнем. Бздынь. Пускай здесь стоит. Такую же надо еще для удобрений в какое-нибудь другое место. Так, чтобы оно еще и не мешало и мог автодрайв здесь кататься. Можно, кстати, вот сюда ее пихнуть. Почему бы и нет? Во, нормально будет. Ну-ка, заценим. Только сейчас хрен найдешь, да? Не, вот оно, нашел. Короче, вот здесь около гаража будет стоять пополнялка для удобрений и пополнялка для семян. Когда мы начнем производить свое это все, может быть, я это все дело даже снесу. Но это будет не скоро. Мы, друзья, переносимся в магазин. Как раз сюда, кстати, приехал наш ТЗшка, чтобы пополниться известью. И, по-моему, оно ни хрена не будет работать, да? Сейчас проверим. Ну ладно, потом проверим. Сначала давайте, знаете, что сделаем? Нам надо будет удобрить это поле и неоднократно по этим будет заниматься вот этот вот наш ЗИЛ. Почему-то известь он не возит. Хотя что-то мне казалось, что есть обновленный пак какой-то, когда я еще проходил Зеленую долину год или два назад. Что-то мне казалось, что оно все работало. Но может быть мне только казалось. Короче, отправляем просто вот на базу пацана, и он не может доехать. Серьезно? Почему ты не можешь доехать? На вот, доезжай. Все, доедет. И надо еще взять вот эту вот оранжевую МТЗ-шку. Она у нас будет заниматься посевом. Подцепить к ней сеялку и тоже отправить. Сеялка это, кстати, вроде как с удобрялкой встроенная, да? Да. Но почему-то автодрайвы, курсплеи, паре вот это вот пополнять он не может. Только семена. Давай, дружище, тоже на базу шуруй. Серьезно? Почему ты не открываешь ворота? Давай едь и не выпендривайся мне. Сейчас мы с вами разберемся, вам там маршруты попрописываем. А мы погнали заполним известь, потому что автоматизировать здесь это не получается. Знаете, что самое интересное? Вроде как он попал под триггер, то есть если мы в него зайдем, то он его видит. Но почему-то сам он не пополняется. Можно попробовать немножко перенести вот эту точку назад. Давайте попробуем. В следующий раз посмотрим, будет ли это автоматом работать или нет. Короче, ты, дружище, есть. Ну, уехал и все, и пофигу ему. Давай, есть, короче, продолжай там это все дело посыпать. Мы возвращаемся на базу тогда и ждем, пока сюда приедет наш ЗИЛ. Хотя, что ждать? Можно же эти самые начать прописывать уже на Жигулях на наших. О, у нас же есть классная копейка. Посмотрим, что у нас тут вообще по дорогам. На самом деле здесь все геморройно. Так, здесь у нас есть вот такой вот разворот задним ходом, двойные эти, все понятно. На самом деле довольно четенько здесь все прописано, наверное. Видимо, два въезда или два выезда, хрен разберешь. Ну ладно, давайте, знаете, что сделаем? Вот с этой вот дорожки мы сейчас пропишем на пополнение удобрений. Причем, видимо, в одну сторону. А пускай в одну сторону будет, что? Например, вот здесь у нас будет. А, блин. Во, вот на этой точке база удобрения. Сейчас мы все это дело соединим и забубеним. Вот отсюда, вот сюда. Ну и в теории это должно будет работать. И вот отсюда, вот сюда. Вроде бы должно будет работать. Он как раз этот приехал, товарищ. Сейчас проверим. Прописываешь от точки где-то в воздухе. И хрен его знает, карта кривая или же копейка кривая. Но неважно. Погнали попробуем это все забубенить. ЗИЛ. Какой
хороший зил, да? Такс, ты у нас поедешь на поле номер 8. Поле номер 8. Пополняться ты будешь на база удобрения. И пополняться ты будешь удобрениями. С этим понятно. И... о, черт, я не то нажал, но пофигу. Курсплейчик тебе врубаем и давай сгенерируем тебе еще маршрутик. Простой маршрут, 3 поворотных полосы, обход островков и все будет хорошо у тебя, да. Хотя лишнего ты тут тоже натратишь, но никуда от этого не денешься. Со стартовой точки автодрайв для разгрузки и наполнения, курсплей мы закрываем и отправляем его в работу, и он вроде как должен поехать на базу удобрения. Сейчас мы это дело проверим. И МТЗшка как раз следом прибыла к базе. Знаете, вот этот трактор оранжевый, вот он мне внешне даже нравится. Хотя я не любитель всего вот этого вот. Так, Зил, давай. Ой, Зил пополняется. Отлично, значит, я молодец, все правильно здесь прописал. Ха, давайте тогда вот этим товарищем займемся. Как бы это тебе сделать, а здесь по красоте все было. На самом деле я даже придумал. Смотри, мы тебе запишем вот отсюда, пожалуй, даже сразу соединим. Вот из этой вот точки поедешь сразу вот на этот маршрут. Пополняться. Проезжаешь вот тут-то. Давай вот на этой точке мы тебе сделаем база семена. Вот так вот. Хороший вопрос, будет ли это работать. Но ничего, потом проверим. Приезжаешь ты вот в эту вот точку. Вроде как. Все это должно будет работать, да? Единственное, как он тут видит, он что не видит. Он не хочет пополняться. А, надо открыть. Все, тогда будет работать. Отлично. Надо было открыть просто эту хреновину. И, друзья, надо еще сюда удобрения загрузить. Просто загрузить их, чтобы они здесь были. Потому что удобрять этой самой силкой мы не будем. Это все на автомате не работает, увы. Не знаю почему. Автодрайвом мы, получается, закончили. Давайте забубеним на пополнение. Хотя вот удобрение, но вызвать одно и то же здесь нельзя. Чтобы он в разные точки ехал и в разных точках пополнялся. Поэтому база семена у тебя пополнение. Поле 8, ты будешь там работать. Поле 8. Ну и с курсплеем. Курсплей тоже тебе генерируем. Вот с этой же точки давай тебе 4 поворотных полосы и обход островков, разумеется, мы тоже ставим. Бздынь. Да, вот это будет, конечно, больше времени потрачено. Вообще у нас 2 сеялки, поэтому это можно будет 2 сеялками все делать. Но на данный момент трактор занят, на трактор денег нету. Денег-то толком нету. Главное сейчас засеять, собрать урожай, продать его и все. Автодрайв мы тоже используем для разгрузки и наполнения. И в настройках удобрения сеялкой ставим нет. И со стартовой точки. Это мы дело закрываем и отправляем этого товарища работать. Давай, едь. Тут у нас все в принципе на поле нормально. МТЗшка, которая известью посыпает, вон ездит, посыпает. У этот самый Зил, который приехал с удобрениями здесь посыпать, он тоже в принципе приехал, у него все нормально. Они вроде как на разных маршрутах, поэтому не должны будут столкнуться как-то или еще что. Точнее, не на разных, а они маленькие, а разброс у них разный, поэтому все должно быть нормально. Так что вы, товарищи, работайте. Еще надо будет обязательно, конечно, глянуть, как у нас известь здесь будет пополняться. Ну и, конечно же, начнет ли свою работу. Хотя чего уж тут париться? Конечно же, начнет МТЗшка свою работу, которая сеять будет. Меня больше интересует, как она пополняться будет. Эти товарищи тоже вроде как друг другу мешать сильно не должны будут. И все должно будет быть нормалды. Давай, дружище, почти приехал, почти молодец. Давай. Только грязюхи, вылез отсюда и чистенький, как новенький. Молодец, красавчик, что сказать. Ну, нормально, начал работать, все прекрасно. После того, как он это все засеет, мы еще раз запустим Зила, чтобы второй слой удобрения внести, и у нас будет... почти максимальный урожай. Сейчас будет еще интересный вопрос. Сколько ж ты, падла, по времени ты будешь работать? 2 часа ты будешь сеять это поле. Какой ужас. Ладно, на самом деле можно будет потом с середины маршрута какого-нибудь, например, запустить вторую сеялку, когда трактор освободится. И время это сократить. На самом деле 1:42, то, что здесь написано, ни хрена он за это время не сделает. Потому что он будет еще ездить пополнять семена, а это тоже будет занимать много времени. Хотя ему не так далеко-то здесь ездить. Но это все равно время. А тем временем у нас, кстати, закончилась известь у МТЗшки, которая синяя. 1221 она или как она там называется. В общем-то, он тоже поехал пополняться. Пускай едет, сейчас его проконтролируем, как он там пополнится, не пополнится. Ну а с этими пацанами вроде как все понятно.
Зелку удобрений вообще на самом деле должно на это поле вообще хватить, то есть он пополняться ездить не должен будет. А вот, кстати, как он объезжает вот эти вот островки. И довольно четко он здесь объехал. Только вот тут, с другой стороны, не удобрено. Ну ладно, ничего страшного. Посмотрим, как с этим потом посев будет справляться и как с этим будет комбайн справляться. Насколько ровно оно здесь все прописано. Ну да, вот с левой стороны он сейчас здесь проедет мимо, потому что... Точнее, с левой стороны останется. Ну ладно, ничего страшного, тут небольшая потеря, что называется, все нормально. А вот и приехала пополнялка. Довольно-таки долго она сюда едет, на самом деле, но ничего. Знаете, я вот в комментариях почитал, да, комментарии под первой серией, с некоторых просто поугарал, но у меня вот вопрос. Вот смотрите, я вам говорю, что мне не нравятся там К700, ХТЗшки, потому что у них ломающийся рам. Потому что мне, сука, неудобно на них вот здесь вот в игре кататься. Может быть, ломающаяся рама — это и классная штука, и классное изобретение. Раз что так делают, значит, наверное, имеет смысл. Когда ты там сидишь, и когда ты управляешь этим самым трактором, но не когда ты на геймпаде на нем катаешься. И один хер. Людям абсолютно на это насрать. Они пишут: купи ХТЗ, зря ты говоришь такое, потому что ХТЗ классный трактор и так далее. Известь пошла пополняться, правда, ни хрена не видно. Надо было точку немножко сместить, и все заработало прекрасно. Починили. Замечательно. Так вот, ХТЗ. Друзья, ну не будет ХТЗ здесь. Я вообще не знаю, сколько я буду играть в эту карьеру, потому что, ну, не стоит у меня на эту карту, понимаете? Не стоит. Никаких теплых чувств у меня она здесь вот не вызывает. Может быть, и вообще это последняя серия, кто его знает. На самом деле все, конечно, от вас зависит, потому что дохренище просмотров, лайков и комментов — это будет новая серия. А если все будет как... Не знаю, золотым колосом, не знаю почему. Я провел несколько опросов в сообществе вот на этой неделе. Там я их постирал, правда, это потому что такое интересное было. И понял, что большинство людей немножко тупые. И это грустно, но ладно, я не буду ничего такого объяснять. У каждого есть свое мнение, и каждый пускай делает, что хочет. Да, все-таки здесь реально бугагашники. Ло бугагашники. Классно, вот это мне нравится. Обожаю бугагашники и фразу эту люблю. А здесь у нас находится площадка... Для производства суха, можно будет сюда что-нибудь поставить классное. Или поехать сюда траву косить. А может, что-нибудь и поставим. Я на самом деле херово эту карту знаю. И даже разбираться сильно досконально у меня желания особого нету. А еще, кстати, часто пишут: обнови карту. Но не пишут зачем. И на вопрос зачем тоже не отвечают. Типа просто обнови и все. Потому что новое, оно лучше. Это вот знаете как... О, закончил работу товарищ. Это вот знаете, есть фарминг симулятор 19... А есть Farming Simulator 20. И знаете, в чем прикол? 20, ну если кто вдруг не знает, кто-то тоже не следит за этим или еще что-то, давай, стой, дружище, здесь, потом как-нибудь поедешь работать. Если кто-то, в общем-то, не знает, то 20-й Farming Simulator, он для телефонов, а 19-й на компьютеры. И когда у людей спрашиваешь, типа, какой лучше, около 100 человек ответило, что 20-й лучше. И я понимаю, как они мыслят, ну типа 20-й значит лучше. А вот херушки там, понимаете, это так не работает. Разберитесь сначала в вопросе. Я понимаю, что из этих 100 человек, может быть, кто-то решил просто от нихер делать, ответить. Но не 100, не все, понимаете? То есть есть люди, которые так считают. Может быть, кто-то ответил 20-й, потому что у него нет компьютера, и он играет в 20-й на телефоне. Значит, он лучше. Но, опять-таки, знаете, суть вопроса не во что вы играете, а какой лучше из представленных двоих. Так что, на самом деле, это все грустно. Иногда грустно читать некоторые комментарии, иногда грустно получать некоторые... ответы на вопросы. Что-то я в этой серии решил поныть. А на самом деле вообще насрать. Думайте, что хотите. У нас между тем, кстати, вот эта вот МТЗшка заканчивает второй круг. Второй круг. И она потратила все семена. Короче, ему пополняться здесь миллион раз надо будет съездить. Ну ладно. Когда вот этот товарищ, который слева у нас, закончит свою работу по посыпке известь. Хотя на это у него тоже дохренище времени уйдет на самом деле. Мы как-нибудь его там забубеним в помощь тоже с этой сеялкой. Ну, пропускает, смотрите, какой... А, ты все, пополняться, да? И, товарищи, вы же тут разъедетесь как-нибудь, не? Да?
Это куда поехал, чертила? Черт, куда он поехал? Друзья, объясните мне, пожалуйста. И мне, знаете, он быстро едет, так напористо, и мне страшно. Может, он точку выезда какую-то нашел особенную, о которой я не знаю. Ох ты ж, ежик, дружище, что с тобой не так? А, у нас здесь выезд с поля есть, и он решил именно с этой точки выехать. Ну ладно, твоя правда. Я на самом деле иногда вот за эту вот всю технику, за вот эти вот моды, я переживаю, потому что люди иногда делают модельки, но забывают про всякие совместимости, прописки и так далее. Моделька есть, и все, значит мод класс. А параметры самой этой самой, самого мода, насрать. Знаю некоторых личностей, которые эти моды даже продают. Представляете? Делаешь кривой мод, а потом его продаешь. Хотя на самом деле в интернете таких миллион. Я могу понять, почему, например, какой-нибудь золотой колос продается. Так, пополнишься, да? Ты же пополнишься. Давай, пожалуйста, пополнись. Варя, ну вот и что с тобой не так? А самое главное, если я остановил автодрайв и никуда не уезжал, вот он пополнился. Ладно. Друзья, на этом серию закончим. Скорее всего, прохождение этой карты, если будет, то будет немножко в другом формате. Я уже придумал в каком. Если будет, опять-таки, дохрена комментариев, лайков и всякой такой фигни, и будет продолжение. А нет, значит нет. Все логично. Всем, в общем-то, спасибо за просмотр. Спонсором отдельная пятюня. И всем покаки.